вроде интересно. А вроде и страшно. Ну, начинается. Я ничего о тебе не знаю. Вернее, кое-что знаю из твоих книг, но... Я должна поверить, что англичанку ты придумал? Почему тебе всегда мало? А тебе почему мало твоего мужа? Как у вас в постели? Я ждала этого вопроса. Мне интересно, что у тебя на уме? Но отвечать не собираюсь. Представь, что я умер, и что мой биограф вышел на тебя. Что ты расскажешь? Он не написал ни одной книги. Их писали его бесчисленные любовницы. А я автор двух последних. А меня это не унижает? Это игра! Где моя книга? Какая? Книга, в которой я есть. Я пришла к тебе в отель, и ты попросил меня подняться в номер. А та американка с приветом, кто это? Признаться, я тебя смутно помню. Как забавно. Прости. Я очень по тебе скучал. И почему же? Ты хочешь знать? Нет, давай без этих сальностей. Мне нравится слушать. Я тот, кто любит ушами. Я люблю ушами. Ну что за высокопарные глупости? Как эротично. Она — это только слова. Как я не пытался, я не могу трахать слова. И плевать, что там люди понимают или нет. Прекрасно понимают. Слушай, а что если он спросит, откуда у тебя синяк на бедре? А он уже спросил. О, и что? Ну, я сказала правду. Я всегда говорю правду, чтобы не попадаться на лжи.